Читаем вместе. Продолжаем читать книгу «Методика доктора Ковалькова. Победа над весом». Страница 465. Что не скажешь, тут же сплошные оправдания. Я уже к этому привык. Наверное, каждому следует просто сделать для себя выбор. Либо я буду делать все, чтобы выглядеть так, как я хочу, либо просто и дальше буду продолжать этого хотеть. Милые женщины и уважаемые мужчины, не ищите себе оправданий. Надо честно признаться хотя бы самому себе, что вы сами себя, мягко говоря, запустили, и никто, кроме вас самих, в этом не виноват. Виновных вообще не стоит искать. Надо решать, что делать. И действовать. Действовать прямо сейчас. Не завтра и не в понедельник, а сегодня. Но действовать правильно и грамотно, не наступая в сотый раз на одни и те же грабли. Хотя что я говорю? Вы же уже действуете, читая эту книгу. Ведь знание плюс целеустремленность – это страшная сила. Каждый день мне на электронный адрес приходят сотни писем. В них я часто нахожу одни и те же слова. «Ну, это все не для меня. Я не смогу похудеть. У меня нарушен обмен веществ, наследственность виновата, нет возможности и денег, и т.д. Но одно мне особенно запомнилось. Его написала молодая женщина, имеющая значительный избыточный вес. У нее есть семья, муж и двое детей. Вот что она пишет. Очень хочу похудеть и бьюсь с этой проблемой уже не один год. К своему стыду у меня совсем нет силы воли. На любой диете могу просидеть не более 2 дней, затем срыв и все по новой. Просто замкнутый круг какой-то. Я спрашиваю ее в ответном письме: «Скажите, если бы что-то, не дай бог, случилось с вашими детьми, вы готовы отдать для них почку или печень?» Она отвечает: «Хоть жизнь отдам». «Значит, — пишу я ей, — сила воли у вас есть, вам мотивации не хватает. Потому что в случае с детьми вы прекрасно понимаете, ради чего вы идете на эту жертву, а в случае похудения вы не понимаете, для чего вам это, собственно, нужно». Другой пример. Приходит как-то ко мне на прием одна милая женщина, депутат Государственной Думы. После длительной беседы она мне заявляет: «Вы, конечно, все правильно говорите, но когда мне все это делать, если в 8 утра за мной уже приходит машина, а возвращаюсь я домой только вечером после 9?» Я сразу спрашиваю у нее: «Скажите, а если бы за каждый сброшенный килограмм вам давали килограмм золота в слитках, вы нашли бы время?» При этом делаю жест рукой, как бы кладя на стол кусок золота. Она, смотря на мою руку, не задумываясь, отвечает: «Да, нашла бы. Но ведь это же золото». Что тут скажешь? Наверное, надо прийти к пониманию, что здоровье и полноценная жизнь дороже любого золота. Пока этого понимания нет, оправдания ничего не деланию всегда найдутся. Ведь, разумеется, гораздо проще натянуть на себя какие-нибудь суперштанишки для похудения, приклеить на задницу очередную вибробабочку и засесть перед телевизором с пакетиком чипсов, лаская свое воображение несбыточной надеждой, что все как-нибудь само собой рассосется. Потом вы наивно удивляетесь, почему в рекламе толстушка быстро стала стройняшкой, а ваше состояние только ухудшилось. Есть и другой выход – послать это похудение куда подальше и всю оставшуюся жизнь ждать принца, который полюбит вас, какая вы есть, с вашим глубоким и всеобъемлющим духовным миром. Конечно, женщины никогда не знали ответа на классический вопрос, почему мужчины с одними гуляют, а других замуж берут. Гуляют-то они с доступными женщинами, а замуж берут надежных, но и в том, и в другом случае выбирают они преимущественно стройных и здоровых. Поверьте мне, это проверенный столетиями факт. Конечно, некоторым мужчинам нравятся полненькие женщины, но отнюдь не жирные целлюлитные коровы. Те, кто живет с толстыми женами, чаще всего в душе мечтают о стройной красотке,
И это тоже факт. А выражение «хорошего человека должно быть много», на мой взгляд, просто нелепо. Хороший человек должен прежде всего быть здоров, а в здоровом теле, как говорится, и дух неплохой. Уверен, что все эти оправдательные поговорки когда-то были придуманы толстяками и толстушками для аргументации своего бездействия. И я в свое время тоже утешал себя подобными мыслями. А ведь на самом-то деле тогда, еще во времена учебы в институте, пытаясь найти хоть какой-то способ похудеть, я мог рассчитывать только на клинику института питания с ее столом номер 6 и ежедневным подсчетом калорий. Были, правда, еще распечатанные на машинке под копирку и распространяемые полулегально разнообразные заморские диеты от звезд. В те времена, мне кажется, я испробовал на своей шкуре все, что только можно, начиная с иглоукалывания, баночек с бромелайном и заканчивая классической фразой, сказанной мне одним врачом-диетологом из клиники при институте питания: «Меньше жрать и больше двигаться». Ах, если бы кто-нибудь тогда мне рассказал, как можно быстро и без голодовок избавиться от ненавистного живота, я бы за это готов был полжизни отдать, причем в прямом, а не в переносном смысле. Но не было тогда никаких методик, да и врачей, понимающих что-то в этом вопросе, тогда у нас еще не было. Все работали по старинке, а новое и прогрессивное сразу получало клеймо лженауки. Вот и пришлось до всего доходить самому. Снова браться за учебники по биохимии и физиологии, книги по спортивной медицине и фармакологии. Но и книг тогда было мало, выручали забугорные публикации. Поэтому меня сейчас просто поражает отношение некоторых пациентов, которым все буквально разжевывают и в рот кладут, дают реальный шанс кардинально и качественно изменить свою жизнь, а они находят какие-то смешные отговорки, чтобы все бросить или вообще сидеть дома и не идти с этой проблемой к знающему решению врачу. То денег нет, то времени, то Новый год на носу, то свадьба, то юбилей, то отдохнуть надо. Мне почему-то не жалко таких людей. Не хотите? Да оставайтесь как есть. Сюсюкаться и уговаривать никто не будет. Потом, много лет спустя, лежа парализованной тушей на прогнувшейся больничной койке, вы, быть может, вспомните, что когда-то у вас был шанс изменить свою жизнь, но вы его... За все в этой жизни приходится платить, и выбор делать надо. Если вы не верите в собственные силы, сомневаетесь в силе воли, попробуйте маленький тест. Представьте на мгновение, что если вы похудеете, правительство в качестве народной программы поддержки здорового образа жизни сразу выделит вам трехкомнатную квартиру или машину. Представили? А теперь спросите себя, как скоро вы сбросите этот вес? Видите, как уже изменился ваш подход? Откуда ни возьмись, взялись и воля, и уверенность в победе. И никаких сомнений не осталось. Вот это и есть значимый мотив. Как только он появляется, достижение заветного результата – лишь дело техники. Основываясь на своем многолетнем опыте работы, смею вас уверить, что именно правильная мотивация лежит в основе всех случаев удачного похудения. Поэтому массу времени врачи нашей клиники посвящают формированию ее у пациента. Если какой-то человек добился своей цели и на удивление всем быстро похудел, все будут думать, что похудел он исключительно благодаря какой-то диете. И никому даже в голову не придет, почему же тогда не достигли этой же цели тысячи других, которые буквально бросились на эту диету вслед за похудевшим счастливцем. А все оказывается очень просто. Этому человеку было жизненно необходимо похудеть. А остальные соблюдали эту диету отчасти за компанию, отчасти, чтобы посмотреть, что же в итоге получится. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в том, что мысль материальна. Если человек видит цель, двигается к ней и совершает при этом действия, в эффективности которых не сомневается, его организм переключается на другой режим работы.
активируются гормоны и ферменты, осуществляющие извлечение жира из депо, энергия выходит из скрытых резервов, и потребность в пище, а значит аппетит, существенно снижается. Как на наших глазах психология плавно перетекает в физиологию, та в биохимию, и на выходе мы получаем нужный нам результат. Жир сгорает, а мы худеем. Если же похудение не наступает, то либо сам мотив слабоват, либо мотивация для вас неправильно сформулирована. Раз уж у вас хватило терпения дочитать мою толстую книгу до этой страницы, то я вполне допускаю, что желание избавиться от лишнего веса у вас есть, и желание не слабое. Но и этого мало. Важно правильно сформулировать для себя свою цель. Помните старый, еще советский фильм «Чародеи»? Его героям для прохождения сквозь стены было необходимо четко видеть свою цель. Как говорил один из героев фильма, «Вижу цель, уверен в успехе, все вперед». Подобная волшебная телепортация из толстого тела в красивое и ухоженное в нашей жизни не так проста в исполнении. Но главное условие точно такое же – четко представлять себе конечную цель. Если вы случайно наткнетесь в магазине на какую-то очень красивую и необходимую вам вещь, будь то сапоги или даже пальто, вы убедите любого в необходимости ее приобретения, найдете или займете денег, но обязательно купите эту вещь. Я уверен, что если женщина ставит перед собой цель и всеми силами старается ее добиться, то у нее всегда это получается. Поэтому неплохо было бы, наконец, определиться с целью, понять, для чего именно вам нужно похудеть и нужно ли вообще. Мне кажется, настало время поговорить о том, что же такое правильная и неправильная мотивация.